Всем привет, мужики. Давно не было видео. Ну вот он, новый влог. И какие у меня новости? Я меняю работу. Вот уже шмотки почти все собраны. Сегодня последняя ночь в моем новом хорошем траке. И завтра с утра этот трак оставляю. Еду на новую компанию. Если меня там берут, потому что там надо какие-то экзамены. Ну, не экзамены, а там тесты надо сдавать, там что-то еще, короче, я не знаю, я надеюсь, меня возьмут. Вчера вообще целый день потратил на тесты, то есть там на английском все слушаешь, а потом там в конце каждого видео почти задают вопросы, и ты должен на них ответить. Это было 11 уроков, короче, целый день вчера убил на это все, до ночи смотрел, учил, и я не знаю, завтра тоже какие-то будут тесты, какая-то там, как-то оно называется, типа инаугурация, ну не инаугурация, какая-то, короче, фигня. Ну, я не знаю, посмотрим. Надеюсь, что меня возьмут. Там будет, кстати, старый трак на механике. Дядя Рома будет ездить на механике. Надеюсь, если получится. Трачок развернуло. В общем, я не знаю, как это чудо произошло, как оно развернуло его. Это угашенный, может, ехал. Слетел трачок. Развалил, конечно, он и кабину там все. Я уже в гостинице, меня вроде бы берут на работу. Сейчас стираю вещи, я вообще не знаю, хотел показать вот американскую лаундри в засланной гостинице. Сейчас стираю без одежды, просто горячей водой. Поласку, а потом буду стирать свои вещи. Вот такая вот гостишка. Завтра у меня должен быть целый день обучения. Если завтра мне скажут, что я хорошо это делаю, то, наверное, послезавтра поеду уже сам. Если нет, то либо говорить, что меня садили на автомат на новый трак, либо я с кем-то на неделю должен поехать на стажировку. То есть будет завтра, завтра посмотрим, что будет завтра. Я приехал, вот он мой трак. 3029. Вот такой монстр. Сейчас буду смотреть, что к чему. Сейчас буду вещи перелаживать. Так, тут такие эти ступеньки. Опа. Дверьки. Так, вот тут такая камера будет нас снимать, если чё. Вот такой холодильничек. Холодильничек ничего так. Блин, морозилка маленькая. Ну ладно. Купил себе в трак на всякий случай такую штуку. Дымовая защита. Если вдруг что-то где-то задымится, она будет пищать у меня в траке, пока я буду спать. Прикольная штучка. Ну что, мужики, хотел поделиться впечатлениями. Кстати, я вчера уже ездил на таком траке и на механике. Но я раздуплился там на пятую передачу. Вообще сложновато. После 2,5 года на автомате сложно ездить на механике. Просто мозги сложно перестроить, как оно должно работать. На автомате что там? Нажал драйв. И погнал. А здесь, короче, сцепление, заднее, короче, передача верхняя, нижняя, пониженная, повышенная, вернее. Фух, не знаю. В общем, есть такой вариант, либо я сегодня еще катаюсь, и мне инструктор, который здесь будет меня учить, он скажет, либо все, ты можешь ехать, либо он посоветует постажироваться. Если стажироваться, Игорь предложил мне, вот был на видосах у меня, Игорек предложил мне, что он может меня стажировать, он, кстати, прилетает сюда завтра. И если надо будет постажироваться, придется стажироваться. Ну а там соусы есть, Валди? Ну давай прогуляемся, посмотрим, что там. Ну, там такая немецкая контора. Ага.
Да, слушай, в машине пусть продукты остаются. Да, я тоже думаю, что надо в машине пускай остаются. Спина не все. Так, ну что, Игорь? О, а чьи это вещи? Это здесь бандюковские вещи. В общем, пацаны, я Игоря с-под тишка снимал, когда он рассказывал за Audi. Игорь даже не заметил. Да. Приехал Игорь, я с ним еду на неделю в рейс. Он меня будет учить ездить на механике, потому что дуб-дубом я. Ну, то такое, научим. Не, ну мне сказал человечек, который меня тренировал, что я хорошо еду, но надо, короче, проехаться по горам, чтобы раздуплиться, что куда нажимать, какую передачу включать, и все будет хорошо. Купил себе вот такой коврик. Игорь сказал, купи себе коврик, потому что буду спать, потому что у нее нету коврика, на котором спать. Поэтому я себе купил такой. Ну, он тебя так... Подожди, тебя же вторая полка не выдержит, по-моему. Почему? Ну, там до 90 килограмм или до сколько? Не, там выдержит. Да? Да. Вот. Так, все, ладно, ребята, скручиваемся, потом увидимся. В общем, мы уже, пацаны, у Игоря в траке. Тут такой бардак, гармыдер. Сейчас, короче, будем все распихивать по углам. В общем, мой босс сейчас за рулем. Коуч, сенсей, я не знаю, как еще можно назвать. Учитель. Рассказывает, как вот переключать передачи правильно, как чего, как можно, как нельзя. Да. Не знаю, в целом интересно. Ну, я сигнал, конечно. Не надо, потом испугаешься. Тут такой сигнал, дергаешь, сигналишь, и машины все разъезжаются впереди сразу. То есть, если где-то трафик, дергаешь сигнал, этот хорн там такой громкий, все такие, вот, слышно? Вот уже разъехались, уже никого нет. Приехали на пикап, Игорь там стучит, там забивает какой-то металл или что грузит, не знаю, сейчас отъедет и зайду, поснимаю, покажу, что мы грузим. Вот рядышком такой красавец стоит, Peterbilt, зелененький весь, классно. Блестящий. Так, ну что, нас загрузили. Сейчас посмотрим, что там. Так, ну у нас здесь металл. Металл. Сейчас посмотрим, что здесь Игорь забивал. А, это листы металла, да? Да. Ох, они и тяжеленные. Да. Короче, 5 и 5, 10 штук таких. Так. Видишь, какие? Ага. Все, это теперь ты должен сфоткать, да? Я сфоткал. А, ты сфоткал уже, да? Да, теперь закрываем двери. Так, что за весы, рассказывай. Вот весы. Да. Вот, они показывают 16, ну, грубо говоря, 16, да? Да. Вот умножишь на 2, и это получается 32 тысячи паундов у нас, плюс-минус. То есть умножаем на 2, то, что показывают, и да. Мы имеем. Да. Ага, дырка у нас какая? Раз, два, три. Ты как считаешь? Вот это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Шестая, 32. Окей. Да. А total weight какой? Total, ну, где-то 42 тысячи. Ага. Окей. На скейлы будем ехать? Обязательно. Слышал? Да, у Игоря такая вот кофеварочка. Нихера себе. Сейчас он водичи добавит. И будем делать кофейбус. Рубочку. Я не помню, сколько она стоит, в районе 20 долларов. Ну, включай. Ага. И оно будет кофе, бежать, да? Плюс кофе 6. Итого. Экономия, если покупать по доллару. А это что ты взял? Чиз. Ага. Окей. Доброе утро. Я с душа. И сейчас я буду ехать за рулем. Вчера вечером проехал, и сейчас я с утра еду до гора, потом Игорь будет ехать и покажет мне, как надо ехать по горам. В общем, пока я мылся, Игорь уже делает PTI. Игорь, ну что? Ну что, PTI делаю, масло проверил. Проверил? Уровень жидкости, кулинг. Все good? А фильтр топлива не good или не good?
ну такое, не очень. Ага. Как будто, да? Надо будет отсербнуть немножко. Нет. А шлангочку нашел проблему со шлангом? Еще. Ага. Понял. В общем, у нас тут дворник что-то не это, не моет стекло. Этот моет, а тот нет. Ага. Ну такие вот дела. Сейчас с той стороны пойдем посмотрим, что там есть. Сломал? Ага. Охренеть. Да. На жвачку давай посадим. Давай. Разжевывать? Короче, ехали, уперлись в знак 13.1, у нас 13.6. Ну что, Игорь? Это по сторонам, по центру. Будем ехать? По центру, Кирпас, посмотрю. Короче, пацаны, мы туда не поехали, потому что там было баня, опасно очень. А вот такая вот красота у нас за окном. Холмы, речушка. Как речка называется? Агая. Вот это. Агая Райвер. А, Агая. Агая, да. Так, Игорь нам тут приготовил ужин. Давай покажем, что там, Игорь. Камера, чтоб запотела еще. Да? Вкусно? Более как вкусно, ты думаешь? Да. Я думаю, да. Такая канистога. Кушаем просто сразу с трейлера. Затентованная. Везут здесь доски. Паркетная доска. Паркетная доска. Дуб. Очень дорогой груз, сказали. Ну круто. $2000? А, в Украине? Ну, дорогая, да. Короче, вот такой вот. Едем пока. Ребята, прошло, короче, моя стажировка с Игоряусом, и теперь я уже 2 недели сам отъездил, приехал, я уже дома, и решил закончить видео обзором трачка, то есть какой он внутри. Так, вот передняя панелька, все такое, как в классике, старенькое такое. Ну, вообще, трак новый, я почему-то всегда на него говорю старый, он новый, он 20-го года. На нем пробега 178 тысяч всего лишь миль. Просто прикольно, что здесь столько приборов разных, то есть куча кнопок, куча это. Единственное, что неудобно, что круиз включается здесь. И вот круиз включается с кнопки.
И неудобно, что дворники я управляю, вот я нажимаю, вот, и они включаются, и тут же выключать. То есть реально неудобно на кнопке. Здесь я вот такую штуку поставил, планшет будет у меня с картой Google висеть, здесь у меня ноутбук висит. Короче, типа кожаные сиденья, тут удобное очень сиденье, оно вот так выдвигается и полностью под ноги, это очень удобно. Так, потом что, спальник, здесь у меня водичка, здесь коврик, который я покупал с Игорем, здесь новый матрас, мне выдали новый матрас, новенький с коробки, такие полочки, здесь у меня будет одежда лежать. Здесь разные штучки, там у меня есть гантелька, здесь вот тарелочки, разное такое. Холодильничек себе поменял, видите, тут двухкамерный получается. Морозилка здесь громадная, вообще круто, для меня это то, что надо. Ну и холодильничек, немножко может поменьше, а может такой же, ну тоже классно. Микроволновочка, здесь у меня шкаф такой для курток, для штанов, то есть повесить можно будет. Вторая полочка, динамики. Вторую полку я, в принципе, могу поднять, она мне сейчас не нужна, вот так вот. И можно ездить. А что, она там не фиксируется у меня? С одной стороны только фиксируется. Ну ладно. Так, здесь я сплю, естественно. Здесь прикольно, такой выход есть сбоку. Ну, дверца вот просто открывается. И большое окошко получается, можно проветривать хорошо. Здесь просто вот такое окошечко маленькое, эта форточка поднимается и проветриваешь. Вот так вот все. Здесь свет включается, здесь свет. Это у меня хитер, то есть тепло делает. Ну как-то так. То есть такой трачок. Мне кажется, нормальный. Поэтому, если понравилось, палец вверх и всем пока. А вот такой вот я забыл показать снаружи трачок. Так вот он выглядит. Такой монстр мой. Вот так вот.